Самому младшему участнику едва исполнилось 3 года. Все конкурсанты выступали в своих возрастных категориях. Причем учитывалось не только мастерство исполнения песни, но и подача материала, костюм. Детям вернуть детскую песню. Цели и задачи наши. Потому что дети поют сейчас и на голосе, и везде с плюсовой фонограммой. Выходит на конкурс, как такое возможно, непонятно, да? Почему дети поют взрослые песни? Фестиваль «Звездопад» стал уже традицией. Покорить вершины конкурса мечтают не только ребята из города Одинцово и ближайших территорий. Есть в числе претендентов и вокалисты из Москвы и Звенигорода. Ну, я хочу спеть так, чтобы занять хорошее место, я буду стараться. Детский конкурс проходит при поддержке регионального координационного совета сторонников «Единой России» и депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа. Наш фестиваль «Звездный», он такой же юный, как и наши юные участники. А в этом году он еще посвящен 90-летию нашей малой родины, Московской области. И я считаю, что это очень символично, поскольку он изначально задумывался в рамках нашего общероссийского проекта «Культура малой родины». И был в первую очередь направлен на распространение народного творчества среди детей и среди молодежи. Всегда на таких вот мероприятиях, концертах, конкурсах, да, выявляется, ну, искренность такая детская, душевная. Будут многие новых песен, будут старые песни, которые написаны много лет. Но они уже десятилетиями в нашей душе, и поэтому очень приятно, когда их исполняют дети. Вот на таких конкурсах они выражают свои новые какие-то чувства, свое восприятие. Ну, я просто горжусь, что такие конкурсы у нас проходят. Ребята исполняли патриотические народные песни, кто-то пробовал свои силы в эстрадном и джазовом вокале. Детский фестиваль «Звездопад» открывает новые имена и дает возможность почувствовать себя настоящим артистом. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».